Как сообщает The Wall Street Journal, вчера в городе Хаутон, штат Калифорния, Илон Маск представил линейку бытовых и промышленных батарей нового продукта от компании Tesla Motors. На этой презентации миллиардер заявил, что хочет фундаментально изменить энергетическую структуру мира. И еще он поделился планами. Tesla Motors будет строить еще несколько заводов с полным циклом производства батарей для электрокаров, бытовых и промышленных батарей. Первый такой завод, Tesla Gigafactory, сейчас возводят возле города Рино в пустыне штата Невада. Его стоимость – 5 миллиардов долларов США. Я хочу обратиться к олигархам и мудакам из правительства Украины. Будущее Украины не в модернизации вашей грёбаной газовой трубы и не в сельском хозяйстве. Будущее Украины за такими людьми, как Илон Маск. Наше будущее в новых и современных технологиях. В каждом украинском доме, в каждой квартире должна стоять такая аккумулирующая батарея от Tesla Motors. На каждом доме должны быть установлены солнечные панели или ветрогенераторы. В каждой третьей украинской семье должен быть электрокар Tesla Model S или Model 3. Вся Украина должна быть охвачена зарядными комплексами Superchargers от Tesla Motors. И еще, нужно сделать все, чтобы Tesla Gigafactory номер 2 или номер 3 был построен на территории Украины.